Рассказывай, рассказывай, что ты хочешь? А, Филя, хулиганистый парень ты такой. Не лезь в камеры, любишь ты камеры. Вот так, ой, молодец, молодец. Филюха, хулиган. Тоже блогер наш. Компьютеру поближе, да, Филя? Компьютеру поближе. Ой, уже здоровый такой, все катаешься. Не надо меня кусать. Я тебе ничего плохого не делал. Чего ты меня кусаешь? Видишь, по телевизору фигня разная идет. Сейчас мы звук уберем. А то, наверное, нас и не слышно. Виталина, она нам не нужна, да? Рассказывай. Рассказывай, Филя, как ты жалиться любишь? Ты компьютер сломаешь. Филюха. Хулиганистый ты кот. Да, Филька? Хулиган? Уже хозяин спать лег, а ты сюда пришел мне. Ой, злой какой. Бля, взглядка у тебя какой злой. Ух, злый день. Филька, рассказывай. 6 лет уже скоро будет. Здоровый такой парень. Со мной будешь сегодня спать? Будешь здесь спать, Филь? Или к себе пойдешь? На шале будешь спать. Ну, что ты? Он такой котик хороший. Посмотришь ласково, что там, Машка шуршит. Будем с тобой ноутбук смотреть. Там опасно мужик хапнуть. Вот, вот начинается. Что такое? В гости пришел и сразу кусаться. Смотри, сейчас ноутбук свалишь. Ну, ты лежи спокойно. Видел, как у Самвела кот какой? Лежит спокойно на кухне и все. А ты старайся кого-то укусить. Да. Все понимает, что ему говоришь. Голодный обморок, да? Филя, у нас голодный обморок. Сейчас как раз аккумулятор здесь смотрю. То все-таки для записи, ну, 550 рублей стоит. Для записи слабовато один аккумулятор. По-хорошему 3 съемочки только получаются и все. Вот, вот наш кот здесь такой. Тоже будешь блогер, да, Филя? Поближе к компьютеру. Поближе компьютер. Ну, сегодня ты себя хорошо вел, да, Филя? Не кусал никого. Только на меня что-то хотел сейчас напасть. А так у нас парень хороший. Целый день на подоконнике спит. Батарея теплая, подоконник тоже теплый. А потом встает только покушать. Начинает ходить. Если есть не дашь, обязательно лапы тебя цапнет. Напомнит о себе. Чтоб не быть голодным. Что там, Филя? Что там? Машка что-то делает, да? Ноутбуку опасно подходить. Сейчас рукой полезешь, еще хапнешь меня. Сейчас мы посмотрим, что у нас там. Просмотры какие. Пришел тогда. Я только проснулся, оделся после поездки. Но не мог его не снять. Можно за хвостик взять? Можно за хвостик взять этого котика? Вот уже сразу лапку тянет. Так. Что у нас там получается? Просмотр. Так,
Веди себя культурно. А, это Пятигорск показывает, понятно. Не надо никого кусать. Не надо никого кусать, понял? Ту Машку кусаешь, меня кусаешь. О, хвостом как. Как плеткой прям. Как плеткой этим хвостик, хвостиком. Как плеткой хвостиком. Тихо. Ах ты, гад такой, укусил все-таки ты меня. Нельзя трогать его. Всегда отомстит. Да, Филя? Скажи, не трогайте меня. Я такой парень, чтоб меня не трогали, люблю. Взял хозяина, поцарапал. Вот. Скажи, нечего мой хвостик трогать, да, Филя? Вот. Вот такой у меня котик. Иди залазь сюда, Филь. Ну, уже все у него. Настроение испортилось. Уже никуда он не будет залазить, конечно. Все, Филя, двигай к себе на место. Пойдешь? Филь, пойдешь? Иди. Или здесь будешь? А? Здесь будешь? Я думал, ты к себе пойдешь. Ну все, давай пока. Мне надо с ноутбуком поработать здесь. Так, все, на этом съемочку прекращаем. Вот такой у меня котик. Агрессивный. Чисто фараон. Ну, красивый. Да? Не нравится ему камера, вечно он на нее нападает. Филя, давай голодный обморок изобрази еще один раз. Я камеру выключу. Филь. Филя. Он уже не слышит. Так, ну на этом все. Вот наша съемочка с котиком закончилась.